конце февраля на телеканале «Улправда ТВ» вышел очередной выпуск программы «Среда». Мы рассказали о проблеме жителей микрорайона Куликовка города Ульяновска. 25 лет назад наша героиня Светлана приобрела дом по договору купли-продажи. Только вот выяснилось, что земельного участка под ее домом не существует. В проведении слушаний помог суд. Суд, куда мы обратились, чтобы нам провели публичные слушания, как бы мы выиграли. Долго очень готовились к публичным слушаниям, все как положено. То есть я собирала подписи соседей всех, что как бы они не против. Несмотря на положительный результат публичных слушаний, в оформлении участка снова было отказано. После выхода нашего материала ситуация сдвинулась с мертвой точки. Продвижение дела кардинальным образом поменялось, и теперь есть основания продолжать процедуру оформления земельного участка. То есть они внесли изменения в правила землепользования застройки, которые позволяют дальше оформлять земельный участок. Светлана пытается оформить участок под домом уже 5 лет. По прогнозам юриста, впереди при благоприятном развитии событий еще 3 месяца. Но угадать все подводные камни законодательных и подзаконных актов никто не в силах. Кроме того, проблема Куликовки в целом еще не решена. Улправда ТВ следит за ситуацией, и мы всегда готовы помочь вам в любой вашей беде. У вас есть что нам рассказать? Делитесь своими историями и проблемами. Телефон редакции 8 84 22 30 17 70.